Чтобы дойти до остановки городская больница номер 6, жители окрестных домов и учащиеся медколледжа должны пройти вот по этой пешеходной тропе. В плохую погоду она превращается в колею. Люди устали от грязи и ухабов здесь. Они хотят, чтобы на этом месте сделали нормальный тротуар. Грязно по весне очень. И вода течет. Все ходят, что это тропиночка и грязь, и все. Я считаю, нужен. Известно, что строгого регламента в проектировании тротуаров нет. Однако проезжая часть везде должна быть продублирована пешеходной дорожкой для обеспечения безопасности пешеходов, вне зависимости от того, есть жилые дома возле проезжей части или нет. С одной стороны проезжей части, где находится микрорайон Братиславский, тротуар как раз есть. Однако многим людям, в том числе студентам медицинского колледжа, удобнее идти к остановке по нужной им стороне. А на ней тротуара нет, только комья грязи. Можно здесь понадобиться тротуар, да. Было бы хорошо. Так что желательно, да, желательно, конечно бы. Мы бы тоже там дорогу переходили и как раз бы шли на остановку. Просто и для эстетики, и для пользы, и для безопасности. Горожане надеются, что на проблему обратят внимание соответствующие ведомства и здесь сделают тротуар. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».